чихуахуа, какая разница, он крохотуля совсем, смотри, какой маленький. Малыш, 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 стоять, стоять. Бля, так у него поводок, он что-то на это. Да какой там что-то поводок, бля. Олежа, выйдешь аккуратно с той стороны, смотри, собаку не выпусти. Масечка, 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 тебе такой Масечка. Иди ко мне, мой хороший, иди, мой сладенький, иди, мой зайка, весь в клещах. Ты вообще крохотулечка, боже мой, ты меньше котеночка. Ты меньше котеночка маленький. Ну что, смотри, весь в клещах, а? Зайка мой, ну-ка иди ко мне. Как тебя взять-то, блин? Ой, еще и хромой. Еще и хромой. Боже мой, не могу тебя взять, подожди. Да подожди, зайка, не сопротивляйся. Держи. Возьми, возьми камеру. Камеру возьми и нас снимай. Смотри. Есть в клещах. Девка, что-то какая-то вообще полуживая. Снял? Ага. Все, пошли. Вот так была найдена старушечка Мини, жестоко выброшена и погибающая на обочине дороги. Но ей повезло. Мимо проезжала Лилия. Небольшой промежуточный результат. Оказывается, белая собака. Да, белая собака. Сейчас будем дома доводить ухи и все остальное. Лилия приютила ее у себя. Привела в порядок, помыла, подлечила. Вы же понимаете, что такая крошка в приюте жить не может. Она там не выживет просто. Да. Скажи, это пока что моя будка будет. Уши. Вот так вот мы гуляем. Пешком два шага. Остальное на руках. Ты вот смотри по сторонам. Не просто так. Вот так вот мы гуляем. Пешком два шага. Остальное на руках. Ты вот смотри по сторонам. Не просто так. И вот мы нашли ей дом. Теперь она счастливая, домашняя, любимая собачка.